в центре Манхэттена. О, красота! Я тут первый раз. Интересно, что это олицетворяет? Икарус, вот это что. За час до начала уже спрашивают лишний билетик, уже люди подтягиваются. Знаешь, кто это? Икарус. Он там что-то говорил. Пошли. У меня только есть куратор, у меня есть карман. Пошли искать. А ты иди за полицию. Слышь, Витя, сможешь Манану провести, так сказать, на место провести, ей места не надо. А у кого? Во-первых, еще раз хочу напомнить, сообщите вашим друзьям и знакомым, что поскольку сегодня катастрофически не хватило мест, мы объявили второй концерт, который будет 5 ноября в Театре Миллениум в 8 часов вечера, так что могут приобрести все билеты. Фанит, it's a phone here. Второе, значит, я хочу представить нашего единственного, но очень вкусного спонсора. Вы у входа видели ресторан «Черт побери», который славится отменным сервисом, прекрасной атмосферой и изысканным меню. Вам давали эти маленькие билетики. Вот сейчас принес мне один из владельцев выигрышный билет 3-0-2. Подойдите после представление или в антракте к столику, и вы получите сертификат на $50 в счет вашего похода в этот ресторан. Еще одно объявление, которое я должен сделать по поводу дисков. Диски сверх необходимых количеств уже здесь, в Америке. К сожалению, они благополучно на сегодня находятся в американской таможне, которая утроила свою бдительность. Поэтому в антракте и после концерта мы предоставим вам возможность записаться на те диски, которые вы хотели. У нас, по-моему, 8 дисков, включая новый, который одноименен с программой, которую мы сегодня представляем, и какая меня муза укусила. Значит, вы сможете записать свое имя, фамилию, имейл, адрес, количество дисков, номер диска. И после этого я лично вам отвечаю за то, что все диски у вас будут в обозримом будущем. На все вопросы мы вам также ответим. Каждые 2 года Тимур Шаов приезжает в Америку, приезжает с новой программой. Как он сам сказал в недавнем интервью, когда каждый примерно год-полтора он ощущает покусывание этой самой музы и пишет новый альбом. Сегодня у нас презентация нового альбома и новой программы, которая называется «И какая меня муза укусила». Тимур Шаов, Сергей Костюхин и Михаил Махович.
Добрый вечер, дорогие друзья. Давно. Спасибо. Давно мы у вас не были. Действительно, очень приятно побывать вновь в вашем замечательном городе. И действительно, мы с новой программой. Ну, как всегда, как устроится концерт. Обычно мы, естественно, поем какие-то старые добрые песни. И обычно это все делается по вашим заказам. Поэтому пишите нам записки, заказывайте песни. Мы будем новые песни чередовать со старыми. Старые с новыми, да, с Сергеем Владимировичем Костюхин. Я позже его обязательно представлю, как всегда. Он будет бурчать весь концерт. Вот. И если у вас есть какие-то вопросы к нам, пожалуйста, пишите записки, задавайте смело, мы постараемся на все ваши вопросы по возможности честно ответить. Мало ли какие у вас, мы же с Россией, как говорится, с Россией. Ну, только я понимаю, какие сейчас вопросы к тем, кто с Россией. Что они? О культуре, за культуру скажем. Ну вот, друзья мои, начнем, пожалуй, мы концерт. Начинаем мы обычно всегда с какой-то старой песни, потому что надо понять, что со звуком вообще, что делается, с атмосферой, привыкнуть. А что именно плохо, друзья мои? Раз, два, три. Так лучше? Да. А, друзья мои, я сейчас попробую, конечно, запеть. Мы споем, да, а потом кто-нибудь один скажет. И кому не понравится, может быть. Вы пока выберете выборщика, так сказать, пятого ряда, от первого, от того сектора, от этого, и комитет выборщиков. Значит, мы начнем со старой песни, которая называется «Деревенька». Старенькая песня. Спасибо большое. Посвящается столице Зеленчукской, в которой я проработал доктором 12 лет. И когда меня спрашивали, почему я так долго там сижу, я всегда друзьям пел вот эту песню. Вначале было слово, срок прошел, Бог создал пиво, женщина